14-й по счету соседский центр открылся в Нижнем Новгороде. Такие центры открываются в Нижнем Новгороде, начиная с 2019 года. Сегодня новый центр осмотрел глава города Юрий Шалабаев. Мы очень рады, что открылся такой центр в нашем автозаводском районе, потому что это то место, где мы можем собираться по интересам. С моей точки зрения, мы здесь будем достаточно много проводить встреч и диагностик касательно здоровья, здорового образа жизни, питания, каких-то спортивных нагрузок. И будем менять просто мысли и настроение людей в этом направлении. Здесь же, наверное, могут развиваться не только дети, но и взрослые. И если взрослые заняты своими делами, то дети могут провести тоже с пользой для себя свое свободное время и получить даже какие-то навыки. Основной акцент, конечно, делаем для общедоступных пространств для молодежи, потому что очень много инициатив, очень много активной молодежи и неактивной даже молодежи, и нужно пространство для того, чтобы самореализовываться. Если говорить о данном соседском центре, очень удобное место расположения. У нас через дорогу находится и спортивная зона, и пляжная зона, которая в комплексе как-то и работает. Этот центр больше, он уже в современном формате оформлен, более технологичный, с необходимым оборудованием. Поговорил с людьми, в общем, настрой такой позитивно активный, готовый и работать, и отдыхать, и заниматься различными активностями на этой территории, в этом соседском центре.